В Югре снижается заболеваемость коронавирусом. Новые случаи зарегистрированы в 10 городах и районах округа. За минувшие сутки диагноз подтвердили 51 человеку. 15 заболевших в Ханты-Мансийске, 10 в Сургуте, 7 в Нефтеюганском районе. 6 новых случаев в Нижневартовске, еще в 6 муниципалитетах, 4 и меньше заболевших. На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония. За сутки на COVID-19 обследовали 487 человек. Коэффициент распространения инфекции 0,93. Состояние 40 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки вылечились 88 югорчан.